Масштабное событие развернулось в стенах Дальневосточного федерального университета. На первый новогодний бал «Приморский бриз» приехало 110 детей из Приморского края. В лучших традициях парни и девушки исполнили польку и полонез, а также смогли научиться азам бального искусства и этикета. Для нас очень важно, что приехавшие из разных уголков нашего края, вы познакомились друг с другом, узнали о географии Приморского края, о том, какие ребята живут, чем занимаются в различных уголках нашего региона. Этот бал, первый, навсегда останется у вас в памяти. Вы были пионерами, и после вас это движение будет продолжаться каждый год. Шелковые белые платья у барышень и костюмы у кавалеров передали атмосферу старинного новогоднего бала. Участниками такого торжества стали отличившиеся школьники, дети воинов-героев, ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети беженцев. Важной частью бала стало вручение сладких подарков от губернатора. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.